Привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня предлагаю приготовить нереально вкусное сочное мясо. Попробуйте его приготовить, и вы обязательно удивите всех своих родных и близких. Для этого я взяла 1 килограмм ошейка и сделала в нем глубокие надрезы. Взяла 2 столовые ложки горчицы и хорошо везде промазала мясо. Убрала его немножко пропитаться, а тем временем в глубокую миску налила 150 мл соевого соуса и 2 столовые ложки меда. Добавила 1 столовую ложку розмарина. Розмарин добавляйте обязательно, именно он дает такой нереально вкусный запах и вкус. Хорошо все перемешала. И добавила мясо в эту приготовленную смесь. Хорошо его промокнула, чтобы везде-везде пропитался, проник соус. Оставьте его так на 30 минут, пусть он настоится. На противень выкладываем мясо и поливаем оставшимся соусом. Накрываем фольгой. И ставим разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. Периодически поливайте соусом мясом. Потом снимайте фольгу и еще ставьте на 10 минут. Вот такая красота у нас получилась. Это очень-очень вкусно. А вы не забудьте тем временем поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока-пока!